станице Северской прошел торжественный прием главы администрации муниципального образования «Северский район», посвященный Дню Матери. Ведь уже в это воскресенье страна отметит один из самых светлых и трогательных праздников в году. В малом зале Дома культуры собрались женщины, выбравшие своим главным предназначением – материнство. Но помимо воспитания детей, многие из них успешно трудятся в различных сферах и принимают активное участие в жизни района. Олеся Оганян из поселка Афипского – воспитатель детского сада. И своих у нее трое. Дочери успешны в учебе и творчестве. Средняя Алена подарила маме и гостям приема танец. Елена Ключникова – известный предприниматель и благотворитель, обладательница медали за вклад в развитие Северского района. А еще она мать, воспитавшая героя. Ее сын сегодня защищает рубежи Родины. Как совместить карьеру, танцы и пятерых детей, знает Анна Огородникова. Женщина уверена, что они с супругом со своей главной задачей справились – воспитали добрых, умных, отзывчивых и честных детей. А вот Любовь Витковская не только мать и бабушка, но еще и прабабушка. Посвятила жизнь сельскому хозяйству, проработав агрономом, и воспитанию детей и внуков. Сейчас любит петь, увлекается кулинарией и поэзией. Много надо ли ей тепла, хоть малость, чтобы сердцу быть теплее. Не стыдись, залей свекровью мамой, самым нежным словом на земле. О них, самых лучших, заботливых и добрых, можно рассказывать бесконечно. Каждая мать – олицетворение чистой любви и пример самопожертвования. В Северском районе огромное количество женщин, заслуживающих уважения и внимания. Я искренне поздравляю вас с праздником. Я желаю, чтобы ваши дети, ваши близкие почаще вас навещали, почаще вас радовали своим присутствием. Пока есть теплые мамины руки, глаза. Жизнь будет продолжаться. Я вас всех обнимаю, целую ваши заботливые нежные руки. От главы района собравшимся вручили цветы и подарки. Прием завершили, сделав общую фотографию на память.